Авторы идеи Оливье Жан-Мари и Шарль Вассель. Композитор Винсен Арто. Продюсер Марк Дюпон-Тавис. Режиссер Шарль Вассель. Начало времен. Приручение антилопы Гну. Как мышка, точнее, как Гну. Назад ему только через нас. Сбежать ему не удалось. Ух ты! Какой же он крутой! Приветик! Меня зовут Мила. Надо же, какой у него необыкновенный мех, интересно. О, на вид очень вкусный. Обедать! Пахнет, как протухшее яйцо Дронта. Уолтер, этот Гну пока не готов для такого приветствия. Мне все равно, но пора есть. Полностью согласна. Итак, что у нас в меню? Мы нашли очень редкий вымирающий вид антилопы Гну. Да-да, это Гну. И выглядит он очень аппетитно. А какой будет ковер для моей пещеры? А я буду читать будущее по его трибухе. Флэш, останови их, пожалуйста. Дайте-ка посмотреть. Ага, мама, у меня есть альтернативный вариант, который поможет нашим ронкам сделать огромный шаг вперед на эволюционном пути. Это называется приручение. Неужели вы не мечтали путешествовать часами, не уставая? Или иметь постоянную охрану своего уютного жилища? Продемонстрируй, о чем ты. Иди сюда, сюда. Для подготовки демонстрации нужно еще немного времени. Ладно, срок до завтрашнего вечера. А потом приготовим из него рагу и сделаем чудесный ковер для мамочки. Вот и чудесно. Чур-трибуха моя. Ты поможешь нам? Да, дядя Уолт. Ну, конечно, помогу. Надо действовать быстро, Годзи. Если ронки научатся управлять звериным царством, нам тут же придет конец. Ты представляешь? Стойте! Стойте сейчас же! Звери говорят со мной! Они не хотят, чтобы их приручали! Чтобы приручить зверя, надо показать ему, кто хозяин. Лежать. Сказано лежать. Сидеть. Стоять. Интеллект. Вот что позволяет хозяину приручить дикого зверя. Отойди-ка. Я покажу, как это делается. О, даже не думай. Гну могут быть опасны. Но ты не переживай, уточка моя. Чтобы приготовить нежный стейк, его просто надо отбить. Завтра моя очередь. У тебя сил не хватит, милая. И специальных знаний тоже. Не бойся меня, малыш. Может, хочешь... Thank you.
Завтра мы покажем им, чего стоят их хваленые мышцы и ум. Как же я ненавижу детей! Журнал Флэша, запись 250. Приручение Гну, день второй. Мила совершенно уверена, что мы с легкостью сможем приручить дикое животное. Но где же он? Кто из вас не закрыл загон? Уолтер, ты что, снова ел во сне? Нет, я не ел. Не отнекивайся, а ну-ка отдохни. Говорю ж тебе, я его не ел, и загон я не открывал. Наверное, это я. Ночью я приходила навестить Гнуки и, видимо, не закрыла загон. Не надо было приходить. Милая, ты же знаешь, как опасно ходить по ночам. Не переживай, мы найдем малыша Гну. Ты же знаешь, выслеживать обед, выслеживать животных. В этом я профессионал. Но сначала Флэш должен будет рассказать об этом маме. Так, белый Гну сбежал. Но причин для паники нет. Ситуация под контролем. Так же, как и у нас. Гнуки! Угли уже почти готовы. Пожалуйста, не надо. Мы же договорились. Я его приручила. Я ездила у него на спине. Ах, дети. Богатое воображение вечно выдумывают. Но это чистая правда. Неужели ты ездишь на Гну по ночам? А я люблю кататься на мамонтах под луной. Но все, хватит. Сегодня лакомимся Гну. Я все сказала. Не переживай, милая. Мы спасем твоего Гнуки. Давайте попробуем его освободить. Только осторожно. Они осмелились тебе перечить, мама. Ты должна подать пример и наказать их соответственно. Ты прав. За такой проступок вы на неделю лишаетесь десерта. Что? И все? Ладно, тогда две недели без десерта. Ю-ху! Видите, я же говорила, что мы подружились. Верно. Он и правда очень милый. Мила! Гну! Он сошел с ума! Ну вот, видимо, с ковром можно попрощаться. Нет, подожди, мама! За ними! Гнуки! Что это на тебя нашло? Я знал, что надо съесть этого Гну. Вечно ты со своими идеями. Смотри, он бежит прямо к обрыву. Пошел, пошел, пошел. Гнуки! Мила, хватайся! Что ты там делаешь? Изображаю зов самки Гну. Привет, неудачники! Стой, Гнуки! Хороший мальчик. О, несчастная ящерица! У тебя что, вообще нет тормозов? Я не могу
могу выбраться. На помощь! На помощь! Умоляю вас! Вытащите меня! Пожалуйста! Просите, что хотите. Я приготовлю ужин и помассирую стопы. Пожалуйста. Тогда попроси маму оставить гнуки в покое и не наказывать нас. Да! Я поговорю с мамой. Тебе надо бежать, гнуки. Мой народ пока еще не готов жить вместе с животными. Никогда тебя не забуду. Видишь, Уолтер, животные — это далеко не только еда. Знаешь, а ты меня удивил, турист. Ну, ребята, признайте, ни ум, ни сила ни за что не сравнятся с инстинктами и чувствительностью Милы. Тьфу, новичкам везет, вот и все. Дай папе лапу. Ладно, сидеть. Кувырок. Давай, давай. Неужели ты совершенно ничему не научился?